Мчатся сани по небу, оставляя лишь след. Летит в гости к Санте старший брат его, Фред. Мистер Клаус, добро пожаловать на Северный полюс. Аллергия. Ствол! Спецслужба, отбой. Ну, ребят. Совсем обалдел? Натравил на меня ниндзя. Они просто меня охраняют. А их кто охраняет? В клочья порву! Нет. Warner Brothers приглашает вас провести праздники в кругу семьи. Ты с мамой уже 100 лет не разговаривал. Тому есть причина. С нами рядом человек, способный за ночь облететь весь свет. Я тобой горжусь. Что может быть лучше? Подумать только. За ночь облетает миллионы домов, вламывается в каждый... Ест чужую еду, ворует у детей печенье. Нас всех от гордости прямо так и распирает, правда ведь? Вся семья вместе, радости полны штаны. Ну что, пора тебе за работу. Просмотришь все эти дела. Ага, если ребенок плохо себя вел, бам, ставишь печать плохой, хорошо? Бам, ага, Фреду не терпится работать. Спасибо, Джо. Прошлый раз Гоголь-Моголь был жидковат. Надеюсь, на этот раз будет густой, прямо как я люблю. Хорошо, Фред. Умница, исправился? Бегите сюда, да! Хоу-хоу, хомут мне на шею. Доказано, что после отдыха... А ну дай 5! КПД персонала повышается. Совет серьезно обдумывает твое увольнение. Что? А пасхального кролика уже сократили. Что? Фред! Ты думаешь только о себе! Не смей снежками бросаться! Толстяк! Давай! От режиссера незваных гостей. Винс Вон! Радость-то какая! Хоу-хоу-хоу! Пол Джаматти! Тебе надо учиться быть жестким. Я святой, милая. Жесткость — это все-таки не для меня. Фред Клаус, брат Санты! Может, на нижней тебе удобнее будет? Боюсь, особой разницы я не замечу.